Вот он домик в Анапе, который явно снесут. Уже начали потрошить его. Срочно продам квартиру. Кто-то встрял вообще конкретно. Это не смешно, конечно. Это печально. Ну что, подергали тут все окна, я смотрю, ребята. Все повыдергивали. В общем, снимают все, что можно снять отсюда. Же ни одного окна нет. Тут была стоянка раньше внизу, сейчас все огородили. Видимо, было принято решение снести этот домик. Долго он постоял. Неизбежно свалят.